7 драк, 2 попытки побега, поджог камеры, организация бунта в колонии. Из 1,5 лет заключения 223 дня вы провели в штрафном изоляторе. Тем не менее, до задержания у вас даже штрафа за превышение скорости не было. Что случилось? Почему вы вдруг решили стать криминальным авторитетом? Мечта детства. Поймите, я здесь для того, чтобы дать вам положительную рекомендацию, а для этого нам с вами нужно составить очень точный психологический портрет. Совсем не хотите сотрудничать? В отрицалове, да? Вы просто не в состоянии выстроить отношения. Это мешает вам понять другого человека и осознать его сущность. Вы были отличницей. Окончили институт с красным дипломом. И даже на стажировку в Москву устроились, чтобы карьеру там строить. Но год назад встретили местного лоха из органов, от которого залетели по полной программе. И якорь пришлось бросить здесь, на радость маме, которая ежедневно пилит вас по поводу неудачного замужества. Я достаточно вербализировал и осознал вашу внутреннюю сущность. А откуда вы? Колечко новое, но дешевое. Может, бюджетник. Брелок на сумке «Динамо». Такие мелким мусорам на день МВД дарят. Параша редкая, но вы прицепили. Потому как человек близкий, родной. А вот эти вот все распальцовки, это у вас от московской стажировки осталось. А работаете во Владивостоке. Вот когда супруг может так испоганить карьеру красивой девушки, он 100% неудачник. Что, естественно, никакую тещу не обрадует. А по поводу ребенка, это у меня интуиция. Хочешь там совет? Брось его. Если мужика на работе за человека не считает, он и в семье не пригодится. Как же ребенок? Сама воспитаешь. Или в детдом сдашь. Я вот в детдоме вырос. И ничего, стал человеком. Я никого бросать не собираюсь. Я ценю своего мужа. И он не неудачник. Еще какой? Нет. Да? Нет! Да. Подлать буду. Лейкин! Экологический отдел преследует нарушителя, движется в направлении художки. Опять за малолетками носишься? На вид лет 12, может старше. 12? Это ж общая тревога. Держись, мужик, высылаем танки и авиацию. Слышали звук? Ставлю 1000, что ботаника замочили. Принимается. Ну что, добегался? Проблемы? Я офицер экологического отдела полиции. Ваш друг обвиняется в порче городских насаждений. Он умышленно вступил в клумбу и тем самым нанес повреждения 2 лавотерам и 4 тигридиям. Повреждения нанес? Это как? А вот так. О, красава. Ребят, ну никому же не нужны проблемы, правда? Я сейчас составлю протокол. До 14 лет я могу хоть целую клумбу таких тигридий нарвать. Тебе на могилку. И мне за это ничего не будет. Вот именно. Ой. Хочешь подкрепление попросить? Проси, не стесняйся. И скорую пусть вызовут. Пригодится. Это моя жена. Мы ждем ребенка. Не уходите, ребят. Алло, да, Катюш, ну что, схватки начались? Нет. Нет, пока нет. Включите кондиционер, а? Я спросить хотела. Что? Отдыхай. Пошли, пацаны. А ты меня любишь? Конечно. Только мне сейчас... Не совсем удобно говорить. Я на задании. Важно. Ладно, не заморачивайся. Осторожнее там. Да. На задании.
Погоняемся. Целую, да. Ну что ты замолк там, дроид хренов? Выдай что-нибудь, мы уж так следом я скажу. Фроу. Чего? Чей мешок вынесу? Не знаю, Коля. Человек ты добрый. Знаешь, откуда я родом? Для моего города, от моего города. Я из Влада. Если ты был во Владивостоке, ты знаешь это. Ты видишь, как протекает наша жизнь на краю света. Спрятанные от глаз, от медиамасс. Ты уже был по принципу только здесь и сейчас. Если ты не был во Владе, мы тебя приглашаем. Где-то ближе к концу мая приколешься, побывай. Знаешь наших людей, увидишь эти колеса и отпадут все вопросы. Какие ладны, это Восток, и ты должен знать. Чтобы понять, о чем я, надо тут побывать. Ты знаешь, откуда этот ветер тут дует. Весь тайл рекомендует, дует. Пьют милки с село и отдыхают как надо. Я из Влада, я из Влада. Я из Влада, о да. Машиной управляю, сидя за рулем справа. Я из Влада, я из Влада, я из Влада. Одна пища до Токио, 9000. Я из Влада, я из Влада, я из Влада. Чисто. Доложить позиции. Кричит на месте. Стойки готовы. Спасибо. Калибр на точке. Готовность 10 минут. Цель – дракон. Настоящее имя – Чен Цзиньлун. Глава клана Триады. Специализация – наркобизнес и контрабанда. Наша задача – задержать дракона. Работаем быстро и деликатно. Во-первых, потому что здесь полно гражданских. Во-вторых, наш сотрудник, работающий под прикрытием. Захват начинаем строго после передачи товара. Необходимое оборудование для сбора доказательной базы в данный момент получает наш оперативник. Нихао. Не понял. Вы погадать, что ли? Я же сказал, 5 минут. А ну, валите отсюда. Как жизнь, Гюльчатай. Клиент на месте. Менты. Поганые. Циновки топчутся. Зеркало перевесили. Шатцы копятся. Плохая энергия. Знаешь, родная, я ради этого дня год в тюрьме отсидел. И без зеркал и циновок. Так что, извини. Но шоцы твои мне абсолютно по фен-шую. Зря женщину обидел. Тебя, что ли, мать? Не меня. Сам знаешь кого. Она тебе душу открыла, а ты ее оттолкнул. Что там буровишь, а? Сегодня же поплачешься. Встанешь на колени, а через год опять приползешь ко мне. Приползу? Давай это, проветри здесь. Промов, ты слышишь меня? Промов. Еще как.
вижу объект 2. Заезжай через северные ворота. Всем внимание! Объект 2 на подъезде. Минутная готовность. Игорь, это все может быть подставой. Я тебя год ждала. Если тебя сегодня убьют, я очень на тебя обижусь. Понял меня? Ой, извините. Кать, может, лучше надо было все-таки остаться дома, пока схватки не начнутся. По графику скоро уже. Малыш появится, когда он сам захочет, а не когда ему график прикажет. Кстати, я договорилась. Ты сможешь присутствовать на родах. Чтобы сразу заложить основы ядра семейной консолидации. Отски не надо? Не надо. Рад? Я? Конечно. Ради ядра я готов на все, Кать. Не переживай. Пуповину резать не придется. Не, не переживай. Обрежу ее легко, теоретически. Олеж, давай так, если тебя что-то напрягает, ты мне сразу говори, я сама справлюсь. Да я пойду, Кать, и буду смотреть на кровь эту всю. Тем более, я же в полиции работаю. И сын наш тоже будет работать. Продолжит династию. Кстати, ты знаешь, я об этом думала. Это, конечно, идеально. Вот в отделе оргпреступности у них постоянно эти перестрелки, погони какие-то сумасшедшие. А экологическая полиция, вот это да. Травка, деревья, солнышко. Все безопасно и под боком. Очень хорошо. Нет, не скажи. У нас тоже серьезные операции бывают. Вот недавно в марте старшину тополем придавило. Пришлось МЧСников вызывать, пилить это все. Ногу? Нет, тополь. Просто у нас не принято афишировать. Ты мой герой. Иди сюда. Оставайся на месте. Ты куда? Пойду выполнять свою работу. Поверь, мне приходилось разруливать куда более серьезные ситуации. Ой. Нихао. Господин Ченнэ говорит, что ты похож на Минда. Господин Чен говорит, что верит русским друзьям. Они сказали, что ты можешь помочь с продвижением товара. Господин Чен хочет, что ты пробовал этот товар. Нет, спасибо, господин Чен, я верю, товар хороший. Здравствуйте. Здрасте. Старший лейтенант Лейкин, экологический отдел полиции. Хромов, это не наш, повторяю, не наш. А? Вы в курсе, что переехали элементы насаждения? Нет, мы даже не заметили. Да вы чуть не убили два куста приморского крестовика, как не заметили? Товарищ старший лейтенант, искренне соболезнуем и сию же минуту уезжаем. Опять по траве? Она этого не выдержит. Инчка! Секунду. Секунду, товарищ Копейкин. Я Лейкин. Не дергайтесь, говорю. Это ботаника, экологическая полиция. Я сейчас все разрулю. Скажите, чтобы убрал ствол. Отсюда, Шузля. Ну что, составляем протокол. Товарищ старший лейтенант, ну, мы тут с коллегами посоветовались, мы не правы, и решили честно внести сумму на благоустройство. И, что ли, мне взятку предлагаете? Нет, деньги разменять хочу. Ты что хочешь, а? Давай я завтра приеду, перекопаю весь свой газон, куплю мешок семян, засею. Это ваше гражданское право. А сейчас протокол, газон испорчен. Тебе, значит, только сейчас, прям сегодня и сейчас, да? А может, я тебе фуражку этих лютиков напихаю? Ромов, паренек явно не в себе. Просто сделай, что он хочет. Ну, хорошо. Смотри. Вот я уже прогибаюсь перед тобой, исправляю твой газон. Я готов прямо сейчас. Так, так. Нравится?
Давай я завтра вызову сюда садоводов, ученых. Они тебе наладят фотосинтез всего рынка. Или мне тут до ночи на коленях стоять? Я рад, что вы осознали свою вину. Ну, конечно, осознал. Я думаю, на этот раз можно обойтись предупреждением. Но прошу вас, запомните, что Приморский край – это легкие наши планеты. И заботиться о его чистоте – обязанность каждого гражданина. Если сейчас выдержишь, после операции разрешу ему ногу прострелить. Золотые слова. Да, надо еще вывеску такую над городом повесить. Две. Все-таки надо. Ой. Ой. Олеж. Очки надо. Ну, давайте назад по колее, только рулем. Че? А это, извините, хамство. Все, я вызываю патруль и эвакуатор. Подожди. Ушел! Все, захват! Так, ты что, швейцар, блядь, еще говорят, что ли? Олеж, ты не ранен? Нет, нет. Кажется, началось. Ой, машина где? Идиоты! Игорь, ты меня слышишь? Игорь, скажи мне кто-нибудь. Игорь! И главное, не закрывайте глаза, скоро уже в больнице будем. Дышите, давайте вместе со мной. Раз, два. Раз, два. Сама дыши по два раза. Извините. А ты газу добавь. Пропусти! Олеж. А? Воды отошли. Надо крепко зажать рану обеими руками. Я не тебе, Зай. Ты главное, ты расслабься. Все хорошо, все хорошо. Конечно, я всегда знал, что не попаду в рай. Меня ждали черти со сковородками. Но все оказалось гораздо хуже. Вот уже почти год я мотаю срок в клетке метр на полтора под присмотром двух неадекватных вертухаев. Ванюша! Я пытался объяснить им, что я не их Ванюша. Но мой язык живет своей жизнью. А профессиональный уровень папы семейства не позволяет ему распознать в этом сосунке майора полиции. Хочешь быть как папа? Это тело тюрьма, и любой бунт заканчивается карцером. Две минутки, подождите, две минутки, и я буду. Хорошо?
Нам только одеться. Строгий режим соблюдается даже на прогулке. Я бы мог совершить побег. Прикормить псов. Подрезать ремни коляски. Отвлечь баклана на вышке. Но вокруг слишком много стукачей. Иди ко мне, мой мальчик. Ванечка, иди спускайся. Иди ко мне. Посмотри, ребенку всего годика уже какой развитый. Да он не разговаривает вообще. Вообще ни слова. Ванечка, иди ко мне. Когда все вокруг против тебя, да у нас такой смелый. Остается одно. Да у нас такой сильный. Иди сюда. Уйти в глухое отрицалово. Держи. И в одиночку бороться с беспределом. Для меня это не первая ходка, так что я научился ждать. А интуиция опера подсказывает, что у меня еще будет шанс вернуться в строй. Сделайте запрос управлением МВД по Приморскому краю моему непосредственному командиру. Меня зовут Игорь Леонидович Хромов. Майор Хромов. И если срочно не предпринять меры, через 5 дней мне исполнится годик. Это нам еще рано с тобой. Иди ко мне. Олеж! Займись ребенком, я тебя прошу. Опять к компу лезет? Ага. Амарилис! Вот какой красивый цветок! Ты у меня все-все-все цветочки будешь знать, чтобы быть как папа. А папа высокий, большой, папа сильный, ну, ловкий, папа полицейский, суперкоп. Ну-ка, кто у тебя папа? Ну-ка, скажи, мой папа суперкоп. Ну-ка, давай, скажи, кто у тебя папа? Кто папочка? А? Мой папа лох. Кто? Конь в пальто. Олеж, что у вас там? Олеж! Все хорошо. Олеж, ты как? О, ты чего меня так пугаешь, а? Мне кажется, он заговорил. Кто? Чем ты вылупился? Вытащи меня отсюда. Кать! Тихо ты! Хочешь, чтобы я инфаркт бабахнул? Ну что? Обкакунтился опять? Я сам справлюсь. Твою дивизию! Тихо! Куда ты, чертый петух? Сейчас. Олег, Ваша, все нормально? Да, Катюш, все классно! Да охренительно классно! Только кипятке чуть не сварила, так во всем остальном образцовый просто папаша. Ты? Вы? Что вы такое? Я. Ой, Нюша, твой сынок. А голос так сквознячком надуло. Я
майору уголовного розыска Хрому, которому ты, ботаник, год назад сорвал спецоперацию. Господи. Последнее, что помню, цвет глаза и врачи в зеленом, и несет куда-то. Тоннеля не видно. Уж думал, все, конец. Как это вообще могло произойти? Ты меня спрашиваешь? Я понятия не имею. Но знаю, где можно поинтересоваться. Я же сказала, что прибалдешь. Короче, Баба-Яга, слушай сюда. У тебя есть два варианта. Первый – возвращаешь все, как было, я делаю вид, что я ничего не помню. Второй – вместе со всеми своими зельями, баночками переезжаешь отсюда прямо в СИЗО, и там думаешь про первый вариант. Ты сам должен все исправить. Я говорила, женщину обидел. Подождите, какую женщину? Она о чем? Твою какую? Подожди, не лезь. Катю? Что вы ей сказали? Правду сказал, что муж у нее идиот. И что, мать, что я должен сделать? Извиниться, цветы ей подарить? Коснешься младший палец души своего злейшего врага. Вот ты петли вьешь. Пещера, дракон, враг, палец и его жена. И какая тут связь? Я все сказала. А можно еще один вопрос? Нет. Где сейчас мой настоящий ребенок? Караганде. Пожалуйста, вы можете так не делать. Шагай, конь. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! Господи, это он? Господи, это я. Давай играть. Ладушки, ладушки. Ты что делаешь? Идет козорогатую за малыми ребятами. Хорош, слышь, ты хорош. Ты обиделся, потому что папа к тебе давно не приходил. Олег, кончай, дрянокорень. Ну, мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Ты какой сильный, нет, а я сильнее. Ты сильнее, чем папа. Слышь, ай-яй-яй. Ты, да ну отошел от моего тела. Вы не имеете права, это мой ребенок. Да? Ну тогда это меняет дело. Давай, забирай его, тащи домой. Катя вернется, а он там в кроватке лежит. Такое бояшка. И что теперь делать? Ну ты ж слышал, что ведьма сказала? Надо найти пещеру дракона. Похоже, это штаб-квартира главы триады. И ткнуть этой твари пальцем в душу. Мы же не собираемся сами спецоперацию проводить. Почему бы и нет? У нас идеальное прикрытие. Я младенец. Ты вообще хрен знает кто. Ну что, работаем, напарник? Да! Ой, твою! Она это дело уже 3 года ведет. Главное выяснить, какая у нее есть последняя информация по дракону, где он последний раз засветился. Еще запомни, ты не эколог, ты опер. Будь мужиком. Угу. Коротко, четко по делу. Понял? Угу. Пошел. Людмила Петровна! Товарищ полковник! А вы не знаете, как продвигается дело по розыску дракона? Кого? Дракона! Я просто подумал... Может, я могу как-то помочь? Я ведь тоже участвовал в той операции в каком-то смысле.
А давай. Да? Мы тебя отправим под прикрытием. Посидишь годик на строгаче, ну, чтобы войти в доверие, да? А потом пообщаешься с самим драконом, а? Попробуем? Я не... Я думал, что вы мне дадите фоторобот, и я смогу его опознать, если увижу. Страшно, да? А знаешь, кто действительно мог бы помочь выйти на дракона? Кто? Хромов. А теперь, благодаря тебе, он пускает пузыри на больничной койке. И я бы много отдала, чтобы ты оказался на его месте. Свободен. Мальчики, вы голодные? Да. Так, еще раз. Это дракон. С охраной, тёлками, со всеми причиндалами. У дракона есть товар. Год назад он думал, что нашел распространителя. Вас. Меня. Когда все было на мази, нарисовался ты. Ясный перец и дракон, и товар ту-ту. На меня смотри. Рано или поздно дракон все равно захочет появиться на рынке. Вопрос. Через кого? Надо спросить того, кто приближен к дракону. Так, конкретнее. Ниндзей? Нет, они ничего не скажут. А вот это выдра. Кто? Девка, которая с ним в лимузине была. Я ее хорошо запомнил. На левом плече татуировка. И благодаря тебе, папаше своему, теперь знаю, что она означает. Ну? Амарилис. Доехал. Молодец. В центре города есть клуб с таким названием. Она там пасется, зуб даю. Интуиция опера. Мы вызовем полицию. Она приедет, задержит ее, допросит, а потом арестует. Полиция? Угу. А ты кто? Я... Ты ж крутой суперкоп. Давай, экология. Пришло время поработать в поле. Сюда рация должна добить. Плед. Бутылочка. Ну, вроде ничего не забыл. Так, еще раз. Ищешь брюнетку среднего роста. Главная примета – татуировка. Цветок на левом плече. Докладываешь мне каждый шаг. Ну, давай, жги. Оторвись там за нас обоих. Ага, понял. Колокольчику. Я внутри. Орден тебе. Выбери удобную позицию для наблюдения. Предположительно вижу объект. Что значит предположительно? Примета совпадает. У меня стальная попа, но ранимая душа. Вроде да. Отлично. Дальше. Самое ответственное. Выбираешь удобный момент, подкатываешь к ней и предлагаешь уединиться. Уединиться? Да я жена. На вашей матери, между прочим. Не на вашей. На своей. На своей жене. Ее Катя зовут. Забудь ты о Кате хоть на минуту. Слушай, ну расслабься, кайфани, включи фантазию, ботан. Представь себе, что ты в джунглях. Она газель. Ты леопард. Она жрет какой-нибудь редкий папоротник.
Олег, шутки. С папоротником строго. Саванны. Чё? Леопард водится в саваннах. В саваннах, хрен с ним, иди. Ой, я король. Пятнистый бог, эпоха. Детка, как насчет ночи с хищником? Ну что, доложи обстановку. Олег, прием. Ты что, вообще что ли? Я тебе что тут? Ты сначала плати, а потом лапай. Извините, я в первый раз. Сколько с меня? Ну пойдем, посчитаю. Все отлично. Принимай ее. О, да ты фантазер. На самом деле, я женат. Че, что, денег нет? Нет. Ты урод, я сразу поняла, что ты урод. Эй, леопард, у тебя там все под контролем. Нет, я не хотел, я просто... Кольчик. У меня проблемы. Газель вырубилась. Я ухожу с поляны. Конечно! Так, возьми себя в руки. Если операция началась, нельзя сомневаться. Тащи ее сюда, будем допрашивать. Не совсем удобно сейчас говорить. Олег, вы где? Ночь на дворе. А, ну ты же сама сказала, что поздняя прогулка не повредит. Вот, как раз освобождаем его, эту энергию. А Ванечка спит уже, наверное? Да, все, вот вроде как засыпает. Все, я поняла. Общайтесь. Товарищ майор! И что нам делать, когда она очнется? Ты китайский знаешь? Оши и лосы, Дажан. Господин Чен говорит, что уже поздно суетиться. А где я? Ушуагань, Зайнара. В верхнем Гуандуане. Провинция Сундуньплюнь. Ого! Воху и Шуагань. Ты предала дракона. И скоро узнаешь, что за это полагается. Водопад Джоукана. Последнее прибежище отступников. Я никого не предавала. Никому ничего не говорила. Сэнзай Тхаянти Хаухау. Менты знают, что он приезжает во Владивосток. Сказать об этом, кроме тебя, было некому. Ты огорчаешь господина Чена. Я же ничего толком-то и не знаю. Как я могла? Они меня просто корабль позвали, все! Ой, Айни. Какой корабль? Он мне сам сообщение оставил, что послезавтра в 10 часов утра на танкере. У них там какая-то встреча, что ли, будет? Не дзянди фанчхан хаулян. Чен говорит, что верит тебе и надеется, что ты хорошо помнишь пароль. Пароль? Ну, такой длинный. Я привезла вам полтонны морепродуктов, куда сваливать? Можно не орать-то? Можно на дворе, люди спят. Валим. Старый танкер — это неплохо. Ржавая посудина внимания не привлекает. Даже если сунутся менты, все подходы просматриваются. Башку не трогай, слушай. Себе полей. Если они придумали пароль,
Значит, друг друга в лицо бандиты не знают. И мы сможем туда попасть. Пирожок с полки. Молодец. Задача такая. Под видом бандосов проникаем на судно. Но тут есть проблема. Какая? На себя посмотри. Ты не бандос. Ты это, ну как бы тебе сказать, трепанг. Морской огурец, понимаешь? Прижал, и ты скукожился до размеров устрицы. Ну, только не обижайся. Расколют тебя, понимаешь? А вы, можно подумать, крестный отец просто. Первый раз вижу, чтобы он так спокойно дал себя искупать. Мы работаем над... укрепляем ядро семейной консолидации. Такие зайки. Ну-ка. Инстаграм выложу. Бедная. Такая зайка. Слушай, для того, чтобы проканать за бандоса, надо думать как бандос, поступать как бандос. И главное, говорить как бандос. Усёк? Угу. И Лунтик сказал, а пойдемте поиграем. Конечно, пойдем, сказал Кузя. Малыши взялись за руки и пошли. Все, ушло. Закон Тайга, прокурор Медведь. Это что значит? На территории действует исключительно устанавливаемое мною правило. Понятно. Отскочим, побормочем. Это отойдем, поговорим как бы. Вот так вот никогда не делай. Так, Кент, применение. Твои кенты во враге лошадь доедают. Негативная оценка круга общения объекта подразумевает собой то, что киты, способные на подобный поступок, являются волками. Посмотри пункт. Волки позорные. Ну что, все? Спать уже? Я спать уже. Завтра еще вопрос с одеждой надо решить. Слышь, кончай, я сказал. Что случилось? Да отлить мне надо. Отнеси меня куда-нибудь. Ну так у вас же... Слушай, кончай про подгузник. Прояви уважение. Мне и так нелегко. Безушка, иголочка. Ольга, Ольга, Олечка, ты поднеси-ка инвалиду столько до полустолечка. Ух ты, ядрёна корень. Это Лунтик в Приморье, спектакль такой. Долго еще? Вас мама ждет. Вас кормить пора. Подождет. Развел матриархат. Катя то, Катя сё. Катя не приготовить толком не умеет, не приголубить. Да нормально у нас все с едой. И с приголубливанием. Ну да, нормально. Нет. Я, конечно, статистику не веду, но кроватка моя в 2 метрах стоит. Я не собираюсь обсуждать такие вопросы со своим сыном. Заело. Нет, ты все-таки незаботливый отец. Че ты стоишь? Давай, закрывай ворота. Слушай старшего товарища, бабу надо в кулаке держать. А вы Людмилу Петровну тоже держали в кулаке? Ух ты. Одно время держал, а потом малеха подрасслабился и йок. Один раз опоздал, и выяснилось, что она пунктуальных любит. На свидание. На свадьбу. Да не смог я. Ничего в этой жизни не боялся, а тут как заклинило. А потом еще как представил себе все вот эти вот пеленки. Нет, не хочу я так жить. Семья мужика слабаком делает. Да что я тебе рассказываю, ты на себя посмотри. Меня моя семья полностью устраивает. А-а-а. Просто ей сейчас не до меня. Устраивают шмон на зоне, а в доме порядок должен быть. Вот ты его наведи, у тебя и будет жена по струнке ходить. Так, что я должен сделать? А на что ты вообще способен? Надо быть непредсказуемым. Вон, видишь красоту эту? Выкосил клумбу и понес ей. Слабо? Нет. А как же консолидация ядра?
кричат они все-таки в эту смесь бодяжат. Срубает от нее моментально. И на будущее. У банановой вкус ни хрена не банановый. Ты уж лучше бери вот эту вот. Опа. А при чем тут свечи? Заснул. Нравится? Купила вот, пока вы с Ванечкой гуляли. Может, в другой раз? Нет, это сейчас. Не могу при нем. Докормлю и вернусь. Оставайся на месте. Куда ты попёр? Чё? Мы так не построим семью. Ее надо брать, пока на теплый момент потеряем. Слушай, ты подожди. Мы с тобой напарники. У нас не должно быть секретов. Да не качай ты, зверь. Будете командовать. В этом доме я решаю, что вам есть и сколько спать. Подъем, товарищ майор. Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк. Значит, еще раз. Проходим фейс-контроль. Заходим туда. Если дракон там, сразу звоним Людмиле, пусть высылает группу. Парочка простых и молодых ребят. Вот она. Пещера дракона. Как предсказание. Вижу. Вот и сам дракон. Звони. Спасибо. Не пались. Присаживайся, веди себя тихо. Утро в хату, братва. Жизнь ворам. Заткнись. Добрый день. Часик добрый. Здоровья, счастья, фарта всем и во всем. Наши друзья хотят предложить... Надо вернуть телефон и достать оружие. Тяни время. Представить обществу человека, которого многие из вас знают как дракон. Константин Чен говорит, что готов приложить... на пробу товар такого качества, которого еще никто не видел. А, это мой спиногрыз. Обучаюсь в малолетке. Я и сам когда-то простым бегунком начинал, а сейчас с манчубет. То есть банчумет. Извините, что перебил. Это что за хрен с горы? На самом деле, моя стихия — это равнины и предгорья. Низменность, так, иногда. Я честный вор, братва. Давайте дадим нашему гостю досказать. Там была очень важная мысль. Кто же тебя короновал? Гоча. Гоча Маслина. На централе по Маляве Сени Мутного через Гену Мардинчика. Кузен Ризо. Такого со шрамом. Я знаю Ризо. Ризо Кутаиски? Да-да, точно. А ты про какого Ризо? Старшего или младшего? Да, такого. Среднего. Что за нахрен за средний такой Ризо? Ну,
Сейчас он младший. Их мама, она вышла замуж и сейчас ждет ребенка. Врачи говорят, мальчик. Так что технически он младший, но с минуты на минуту может стать средним. Тете Тамрико, 84. Экстракорпоральное оплодотворение. Оба Резо в шоке. Но мы же знаем, тетя Тамрико еще может зажечь. Господин Чен спрашивает, чем ты занимаешься по жизни? Терперфинальными соединениями. Какими? Всякими разными. Листья конопли содержит 60 видов различных каннабиноидов. Мы же добазарились, что вся трава в регионе моя. Мойца, мойца, мы не при делах. Это не наш человек, отвечаю. Ты же сам подтвердил, что это человек Резо. Резо ходит под Зини, а Зини твой кореш. Так, что за гнилые предъявы? Пусть человек сам за свой базар ответит. Ты с кем по жизни делишься? Базарят бабки на базаре, а мы по жизни речь толкуем. Мои кенты во враге лошадь доедают. Закон, тайга, прокурор, медведь. Скотчем побормочем. С ним делюсь. Прости, братан. Послушайте, ребят, друзья мои, я понимаю, что вы сейчас раздражены, но когда вы успокоитесь, вы же поймете, что не надо было применять. Как это? Почему? Покачено. Да это же дракон! Ваш злейший враг! Да не дракон я. А кто ты? Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! Лунтик. Приплыли. Когда на рынке этот ужас произошел, извините, я просто был в шоке. Какая-то передача, скрытый розыгрыш там. Я после этого хотел снять даже, но назад дороги-то не было. Тем более, я же не один. Я же еще Анжелку втравил в эту историю. А что мне делать-то? Хотя ты же совсем кисло. Хотя роли были. Вот три поросенка, я ниф-нифом был. Потом домовенок Кузя. Они, конечно, разноплановые. Лунтика, так это вообще вершина. Гастроли, аншлаги от Калининграда до Владивостока. Поклонницы появились. Но роль дракона — это же совсем другое дело. Это психофизика, другая пластика, это другая органика, такой глаз тяжелый. Так, хорош молоть. Ты дракона видел? А, нет. Может быть, это переводчик. Подождите, вы сейчас серьезно говорите? Этот дилетант, знаете, в лучшем случае будет такая только глухонемого эфиопа за кулисами в втором составе. Это же ремесленник. Слышь, ты лунатик. А? Он вообще-то существует, дракон этот. Да? Нет? Да, нет.
Ох, твою маму мы встречали. С этим цирком вашим ботаническим. Товарищ майор. Нервы вообще. Не надо. Какую? Не надо, не плачьте. Агу, 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 агу. Чен здесь? Нет. И что теперь? А теперь тишина. И дракона мы не взяли, и засветились по полной. Теперь он надолго ляжет на дно. А мы продолжаем памперсы менять. Подождите. Это что получается, если мы не найдем дракона? То товарищ майор останется вашим сыном на всю жизнь? Заткнись, оборотень, я думаю. Прошу прощения. Да, Катюш? Олеж, тут у нас солнце такое, ты его с панамочкой вывел? С панамочкой. А мордочку намазал? Да. Горит же. И с кремчиком. Товарищ майор, вот честно вам скажу, что бы там завтра ни случилось, я всегда с вами. Вы на меня можете рассчитывать. Готов искупить свою вину? Искупишь кровью. Слышь, ты артист без рук. А откуда ты знал, как прикидываться? Так мне ждали специальный телефон. Вон. Вот туда все сценарии приходили. А где склады, говорили? В чем товар перевозят? Ну, конечно. А чем ты его там кормишь? Бутылочки дома все? В последнем варианте сценария товар заворачивали в конфеты. Да. Тут много всего. Ты че ж молчал, тупорез? Все, целую. Конфеты кто-нибудь хочет? Ядрёна, Коля. Что прыгай? Прыгай, батарейка садится! Чувак, ты самый отмороженный перец из всех, кого я видел! Адский отжиг! А не, где мой ребёнок? Животное так и не вышло. Возможно, сейчас оно нежится в тенечке, а может быть, просто занято поглощением пищи. На самом деле, единственное, что не любит капибара, если кто-то хочет забрать у нее обед. Идем к страусу. Твои, у меня кормление по часам. Скакался жердяй, коротка кольчушка, ядрёна корень. Если бы год назад мне кто-нибудь сказал, что я буду бодаться с гигантским хомяком из-за куска арбуза. Жиров свидетель, я этого не хотел. Тихо, мать, тихо. О!
Он первый начал. Чистая самооборона. Отвечаю. Крем! Так всем отойти на безопасное расстояние! Сынок! Спасайтесь, товарищ майор! Я ее задержу! Олег. Ну, хорош, Олег. Телефон дракона у нас. Ну, какая-никакая зацепка есть. Я думал, что я вас потерял, что уже все. Да ладно ты. Я в порядке. Руки, ноги на месте. Ладно, иди сюда. Давай, давай, не тормози, а то могу передумать. Ну и это. Давай на ты, что ли? В конце концов, ты мне не отец. Ты мой напарник. Ну, это все. Давай. Харе, харе. Стойте! Олеж! Слава богу. Фу, ты не представляешь, мне позвонили, понаговорили какого-то бреда, что ты в костюме акулы там ребенка бросал через забор зоопарка или мясо леопарда отнимал. А ты че мокрый? Лейкина? А ты че мокрый? Я кидал его, видимо. Я отнимал. Я не в себе был. Под конфетами. Что? Ну я... Я все исправил. Ты засунул нашего малыша в клетку со зверем? Ну, почему со зверем? Он травоядный. И ты знаешь, он может за себя постоять. Кать! Может, в КПЗ его сводишь? На бандитов посмотреть? Или по стрип-клубам прошвырнетесь, раз он теперь такой взрослый? Ну, понимаешь, это очень серьезная полицейская операция, о которой я не могу тебе сейчас рассказать. Хорошо, я скажу. Пусть это будет звучать как бред. Катя, это не наш ребенок. Кать! Даже не приближайся. Кать! Катюш! Мамочка рядом. Сейчас домой поедем. Все будет хорошо. Что ты не спишь? Засыпай. Жил за шторой на окошке паучок на тонких ножках. Никому его не видно, даже чудо. Обидно. Завелись однажды в кухне комары и злые мухи, и кусались, и жужжали. Ночью детям спать мешали. Паучок, паучок, строит домик дурачок, паутину все плетет в тени для себя и для семьи.
Ты где? Под окном. Можешь выглянуть? Есть план. Я поймаю. Что ты хочешь? Ты сам говорил, если операция началась, нельзя сомневаться. У меня есть план. Господи, Балхазар. Че ты нос воротишь? Я же не могу вообще все контролировать. Ладно, у нас в машине еще и полбачки подгузников. Все просто. Если мы не можем найти дракона, значит, он нас найдет. Это каким образом? Телефон Лунтика. Он говорил, дракон высылает своих людей, если прислать ему координаты GPS. Ты собираешься скинуть ему наши координаты? Я уже это сделал. Мы сейчас спрячемся, приедут люди дракона, и мы вызовем Людмилу Петрову. Спрячемся? Куда мы спрячемся? Ты идиот, что ли? Дай звони нас! Осторожней, Хром! Знаешь, что значит быть напарниками? Это мыслить и работать в паре. И сообщать друг другу о своих планах заранее. Согласен. Это была не самая лучшая идея. Думаю, мы живы только благодаря тому, что дракону интересно, где ты взял его номер. Ладно, не мандражируй. Я одолжил у мамы телефон. У Кати. План Б. Звони, люди. Спасибо, подсказал. Ты прям включился в процесс. Людмила Петровна! Как вы уже здесь? А ты молодец. Дошел до самого конца, как трава сквозь асфальт. Я думала, только Хромов на это способен. Как тебе это удалось? Интуиция, опера. Хреновая интуиция. Ты так ничего не понял. Ты хотел увидеть дракона? Смотри. Внимательнее смотри. Я придумала мифического господина Ченна, который точит зуб на Владивосток. И лет пять, пока все бегали за призраком, все было идеально. А потом Хромов решил сесть в тюрьму, чтобы втереться дракону в доверие. И мне пришлось воплощать образ в жизнь. Этот артист из Тюза. До стрельбы на рынке был уверен, что его попросили поучаствовать в каком-то розыгрыше. А без него было никуда. Переводчик переводил с русского на русский. Просто повторял за Лунтиком. Киллер, который привез дракона на рынок, должен был завалить Хромова. Но он понятия не имел о группе захвата, которая взяла бы его на месте преступления. А мне оставалось только дать команду, чтобы опустить занавес. Ты все испортил. Зачем вы все это сделали? Вы же любили его. Любила, да. Любила. Верила, что у нас что-то может получиться. Чтобы как у людей. С конфетным бизнесом даже решила завязать. Денег заработала в тот момент. Всем внукам хватит, а потом... Ты знаешь, что чувствует женщина, когда ее бросают у порога ЗАГСа в день свадьбы. Это больно, Олег. Очень больно. А для него не было ничего больнее, чем осознавать, что он провалил операцию. Хороший. Такой хорошенький.
А кого-то ты мне напоминаешь, хороший мой, кого-то ты мне напоминаешь. Ой, маленький. Ну что ты там делаешь? Вцепился в меня? Скажи, из меня получилась бы хорошая мама? Конечно, получилось. И женой бы хорошей стала, а вместо этого стала его злейшим врагом. Хотя самый главный враг для Хромова — это он сам, да? Все, хорош болтать. Бойся, я все сделала аккуратно. Вот так. А теперь смотри, что будет. Уже не заряжен, держи. Бери, я сказала. У главы отряда должен быть серьезный имидж. У кого? Лунтик слился. Может, это и к лучшему. Мне кажется, я нашла своего нового дракона. Берите его! Это дракон! Тут полно запрещенных веществ! Осторожно, у него оружие, он меня ранил! Стрелять на поражение! Какой я дракон? Олег, это твой звездный час. Что? На руки меня быстро. Я дракон! План С, я дракон! Молодец, включился. На руки, пистолет в леску. Убери оружие! На спокухе, братва! Спиной не поворачивайся. Убери оружие, сказал! Назад, я сказал! Слева, периметр держи. Нормально все. И давай ори. Дави на них жестко, дави. Не берите меня на понт! Слышали, что она сказала? Это я дракон! Вы меня так долго искали! И это мои конфетки! Хорошо. Назад, я сказал! Я разнесу ему башку! Ближе меня держи, они не будут стрелять. Пистолеты давай в тачку. В тачку давай! Стоять, я сказал! Пусть стреляет! Это ребенок! Он никому ничего плохого не сделал! Вы его не знаете! Он такой же псих, как и я! Это точно, молодец! Где руль? В бардачке. Дави на газ. Прости, Господи. Пристегнись хотя бы. Опера можно без ремня. Извините, ребята. Давно не брал я в руки шашек. Куда мы едем? А куда надо? А я думаю, надо в больницу. Зачем? Правильно, это Людмила сказал. Ты сам свой злейший враг. Помнишь гадалку? Найдешь своего врага, это она тебе самом. Опа! А это похоже на правду. Да ты растешь, как бамбук. Притормози! Газу и запивай! Уходим! 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 Мы так не оторвемся! Ты поддай того гля! Осторожнее! Не учи отца кататься! У меня 30-летний стаж вождения! Дави, сказал! Давлю! Че ты орешь? Приехали! Ну ты как, сухой? Очень смешно. Ты сам вокруг все разрушаешь. Ты злейший враг самого себя. И это твоей души надо коснуться, понимаешь? Да понял я, что ж ты толпичишь-то? Пещера вот только при чем? Добрый день. Я отец. Его. Прошу покинуть помещение. Я отец! Прошу покинуть помещение! Быстро! Спасибо. Быстрее. Ну, может быть, сильнее. Попробуй, как там было. Когда младший палец коснется души. Мизинцем попробуй! Давай, мизинцем! Да ну не знаю я, как это, где у него тут душа. Быстрее, другого шанса у нас не да будет. Да ты видишь, что не работает это. Бесполезно. Ну ты же Хром, давай, включи свою интуицию, сделай ты что-нибудь. Хреновая у меня интуиция. Преступников ловить с такой можно, а вот себя вернуть нет. Потерял я все, Олег. И
свою семью проехал. И твою переехал. Прости. Злейшего врага найдешь в пещере дракона, коснешься младшим пальцем души, и все вернется! Подождите! Мне нужно знать, что с ним! Я должен с ним поговорить! Пожалуйста! Пожалуйста! Только что завершилась спецоперация в медцентре на острове Русском. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В ближайшее время так называемому дракону, вот он, собственно говоря, должны избрать меру пресечения. В управлении внутренних дел эту ситуацию пока не комментируют, но нам удалось выяснить, что высокопоставленный член триады решился на захват заложников после того, как был разоблачен сотрудниками полиции. И наши источники сообщают, что поведение этого человека в последние несколько дней сложно было назвать адекватным. И не исключено, что адвокатская позиция будет строиться на полной невменяемости подсудимого. Начальница полиции местная. Что случилось с вами, Людмила Петровна? Ладно, я напомню, что старшего лейтенанта Олега Лейкина обвиняют в угоне автомобиля, захвате заложника и контрабанде крупной партии наркотических веществ. Андрей Золотарев, Михаил Милашин, Владивосток. Ну как ты, мой милый, как ты? Как ты тут? Ай, совсем зарос. Ай, посмотри. Ой, посмотри, что мне пришлось сделать. Видишь? Все это ради тебя. Ты же всю свою жизнь искал свою пулю. Она все опаздывала. Как ты на нашу свадьбу. Я же просила оставить нас наедине. Хреново из тебя был бы муж. Ты даже толком умереть не смог. Ничего, не волнуйся. Не волнуйся, я тебе помогу. Давно уже пора было точку в этом деле поставить. На меня смотришь. Как жаль, что ты все-таки стала овощем. Не сможешь оценить, как красиво я тебя отомстила. Как я придумала для тебя дракона. Как я разыграла всю эту операцию на рынке. Как заставила тебя унижаться на последних минутах своей жизни. Прости меня, Люда. Сам жил как дурак, потому и тебе жизнь испортил. Не надо, Люда. Здесь высокочувствительный микрофон. А там Лунтик. Я, товарищ майор. Группа захвата здесь. С днем рождения, Ванюша. С днем рождения тебя. Давай, задувай! Давайте, поиграйте, а потом тортик со всеми. Хорошо? Это что, твой? Мой герой. Посмотри. Папа, какой это важный. Смотри, кто к нам идет. Пойдем поздороваемся. Здравствуйте. Здрасте. Ну. Спасибо. Здорово, брат! Здорово! Какие красивые, спасибо большое. Тебе что, не нравится? Ну, в горшке были бы лучше, не срезанные. С торфом. Давай, Ваня. Осваивай. Игорь Леонидович, ну зачем? Это же очень дорого. Настоящий опер должен ездить на полноприводной тачке. Тем более у вас там уголок бок упирает. Чего? А? Ему видней. Но. Mm.
Мы тут сегодня всем отделом на субботнике. Требуется экологическая консультация. Кто-то наехал на газон? Да нет, тут дело посерьезнее. Опять китайский пион? Пион мы удобрением на год вперед завалили. Тут бонсай прет вместе с нашими сорняками. Надо прополоть. Угу. Когда? Ну, да все уж получают грабли и лопаты. Ну, инструмент. Я поняла. Так, Катюш, бери Ванечку, езжайте в кафе, а то прохладно. Жара. Вот именно. Вспотеет, а потом продует. Быстрее, быстрее, все, давай. Я скоро. Так. Ну что? Работаем. Меркурий на месте. Юпитер на точке. Ух ты! Луна на позиции. Венера готова. Работаем. Напарник.